чемпиона России Кузнецова. Дамы и господа, ну а сейчас я представляю вам участников главного карда нашего турнира. А потом первый бой, 10-раундовый поединок среди женщин в легчайшем весе до 53,5 килограмм. Бой за титул временной чемпионки мира WBC. Встречайте бойца из Мексики, Эстрелла Вальверде. Пока Вальверде идет на весы, расскажу, что в этом году WBC, Всемирный боксерский совет, объявили год 2001 годом бокса, и этот турнир RCC Boxing Promotion приурочен к празднованию этого праздника. Поэтому 53-340. Ее соперница из России, город Воронеж, Татьяна Зражевская. Зражевская боксирует на профессиональном уровне уже 5 лет. За ее спиной 10 поединков в России, в Германии. В 2018 году она завоевала пояс серебряной чемпионки WBC. 52-960. Тогда она выиграла венгерку Габриэлу Бусу, но не проводила ни одной защиты, просто оставила титул. Вот если смотреть бумагу, Вальверде гораздо опытнее российской соперники и давно показывает очень серьезные результаты. Помимо большого количества поединков, она дважды билась за титул чемпионки мира WBO, один раз за титул чемпионки мира WBA и дважды за титул временного чемпиона WBC. Все попытки, к сожалению, заканчивались для нее поражениями или ничьей. И вот очередной шанс зайти на вершину. Ну, бой очень интересный и классно, что девчонки вышли в флагах, это выглядит достаточно красиво. Ну и видим, да, что все в форме, и это прекрасно. Я, кстати, по правилам бокса, если кто-то не знает, девушки боксируют раунды по 2 минуты. Если говорить конкретно. Дамы и господа, продолжит главный карт турнира 10-раундовый бой в суперполулегком весе.